Масаня, Григорий Алексеевич, я член «Яблока» давным-давно, и моя мама, и моя дочь тоже, спасибо большое. Когда меня спрашивали, куда вы девались, я первым делом давала ссылку на вашу статью «Куда исчез Явлинский». И вообще, вы же все время были в активе, и на многих мероприятиях я вас видела. Почему же вы пишете, что уходили из политики? Ну, потому что я тем самым хотел подчеркнуть, что политики это время не было. Специально так сделали, чтобы политики не было. Ведь политика – это что такое? Это принятие решений для защиты или продвижения определенных интересов. Вот все последние годы интересы людей, которые я считаю самыми важными, были отодвинуты на 10 или до 20 план. В этом смысле мне очень трудно было защищать интересы на ежедневной основе. Теперь есть шанс, что в 2011-2012 году политика вернется. И можно будет эти интересы защищать по-настоящему. Ну вот, поэтому, пользуясь этим, я появился. А вас прошу извинить, это действительно не точное выражение. Я вообще никуда не собирался никаким образом уходить. Политика уходила, а я не уходил и не уйду. Помните, как у Высоцкого? Не волнуйтесь, скажу я друзьям, и не надейтесь, скажу я моим оппонентам. Я никуда не уехал и не уеду.